Будьте дома для врачей, потому что они работают в больницах для вас. Сергей Войтенко, баянист и депутат Самарской губернской думы, выпустил видео, в котором призвал всех не нарушать самоизоляцию. Правильные слова он подкрепил песней, стихи, которые посвящены тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, медикам. Видео, естественно, записано дома. Полную версию песни можно найти на странице музыканта в социальной сети ВКонтакте.